Ева, тебе сколько лет? 3 года. Здорово. Ева, смотри, нам с тобой надо посмотреть зубки, посчитать, хорошо? Мы можем с тобой полежать здесь на диванчике или можем посидеть вместе с мамой рядышком. Ты хочешь полежать или посидеть? Посидеть. А я нажму кнопочку, и мы с тобой чуть-чуть покатаемся. Поехали? О, приехали. Класс. Померим с тобой очки? Давай мы маме тоже дадим очки. Мама нарядится первая, а потом Ева нарядится. Вот как здорово, молодец, красота. Щечки поглажу, Еве, носик поглажу, ушки поглажу, ротик. Где наш ротик? Ротик поглажу. А теперь мы будем с тобой считать зубки. У меня, смотри, какой фонарь. Я таким фонариком буду светить на зубки и их считать. Договорились? 1, 2, 3. Вот так посвечим. Ой, как здорово. Ой, как хорошо все Евины зубки видно. Замечательно. Он какой пушистый, классный воздух. Давай на вторую ручку подаем. Давай. А теперь маме на ручке. Давай, теперь маме на очередь. Классный, да? Классный. У меня, смотри, какая здесь щетка. У Никиты тоже такая. Тоже такая? Попробуй включить. Класс. Ева, умница, тебе задание дома научиться чистить зубы такой щеткой и приходить ко мне в гости, показать, как ты зубки чистишь. Договорились? Хорошо? Ложись, как тебе удобно. Вот так тебе удобно? Угу, здорово, отлично. Ну, полежи, посмотри еще мультик, и мы с тобой пойдем колечко выбирать. Ева, чистим зубки дома хорошо и переходим в гости, да? Договорились? За новыми колечками. Угу. Отлично.